Вы когда-нибудь бывали на Черепашьем пляже? Нет, не название такое, а пляж для самых настоящих черепах. Ну что, пойдем посмотрим? Не две, а вот это мальпусики такие. И там они плавают. И там еще их много. Ой, сколько черепах-то здесь. Ой, как их взять-то, показать? И вот все, и кушают здесь уже вообще, наверное, не видно. Ротик открывают. А там вот из-под мостика голова высовывается покрупнее кого-то. Греются на солнышке. Здесь пахнет пресной водичкой. Речка. Дьявольская речка называется. Огромные стрекозы летают. Вроде и не слышит, и не видит особо, но сразу так напрягаются. Ой. И убегают, ныряют. Я пробую. Видите, как лежат загорающие черепахи. Они совсем маленькие. Ой, одна меня услышала. Опа, это не меня. Испугались. Такие длинные хвостики у них, они их складывают, видите, так обворачивают вокруг своего панциря. Видимо, он им помогает рулить. Солнце очень яркое, не знаю, насколько получится. Сидит из воды, выглядывает. Так, вот у нас повернулось сюда. Там, смотрите, как подплывает. Покрупнее немножко. Вот такой черепаший пляж и купалка. Костанурки по-болгарски. Много их.
Точно, вон там выторчивает тоже голова. Ой, спряталась от камеры. Вот такие тортилки. Лягушки квакают, черепашки плавают. Жизнь идет, несмотря на то, что люди ходят вдоль и поперек на пляж и обратно.